начале текущего года из Объединенных Арабских Эмиратов было создано совместное предприятие по продвижению гражданской российской техники в Объединенные Арабские Эмираты, ну и другие страны данного региона. So, with our colleagues from the United Arab Emirates, in the beginning of this year, we created a joint venture which is aimed at promoting civil Russian aircraft and equipment to not only the United Arab Emirates, but also the other countries of the Arab world. Сегодня мы подписали обязывающее соглашение о том, что до 15 сентября подпишем контракт на поставку первого гражданского вертолета в Объединенные Арабские Эмираты Ми-171А2. So, just today we've signed the first agreement that we're going to ship the first version of Ми-171А2 civilian helicopter to UAE by September 15th. Мы надеемся, что, соответственно, мы дойдем до контракта. В наших планах поставить машину до дубайской выставки. We hope that we will get this to the final agreement, and we also plan to ship the first helicopter before the start of Dubai Air Show. Ну и на базе уже этой поставки развивать сотрудничество по поставке других типов вертолетов. And after this shipment is through, we then plan to further expand our collaboration in the shipping other helicopters. Параллельно идет работа авиационных властей по заключению или рабочих процедур, или соглашения в области поддержания летной годности. And also, simultaneously, we have negotiations between our aviation authorities to support other agreements, which will facilitate maintenance and other according operations. По ВРТ-500, about VRT-500. 1 ноября прошлого года, могу с датой немножко ошибиться, были подписаны обязывающие документы о продаже доли в российской компании. So regarding VRT-500, I might mix the date, but it's November 1st when we signed the first agreement on getting a part of shares of the Russian company. Мы, соответственно, были отлагательные условия в этом контракте прохождения российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям. So we had one clause in this agreement, which was the successful finalization of the Russian Commission on Foreign Economic Activities. Соответственно, мы данные условия выполнили. 30 мая, если не ошибаюсь, мы получили решение правительственной комиссии. И, соответственно, в понедельник получили первый транш денег от наших арабских партнеров уже официально за продажу доли компании. So we fulfilled this clause. We waited on the decision of this commission, which got through on the 30th of May. And this Monday we already got the first advance payment from our Arab colleagues on transferring of the first package of shares. Спасибо большое. Пожалуйста. Давайте, может, два слова про проект, прям, чтобы вы тоже понимали. Да, соответственно, проект развивается, вот, и мы на выставке Дубая планируем демонстрировать, ну, не макет уже вертолета, а первый, скажем так, вертолет, который был наземным стендом подработки, технологический макет, назовем таким образом. То есть это еще не летный образец, но технологический макет. Вот. Ну и параллельно идет сборка первого опытного летного образца. So let me also say a couple of words on the status of the VRT-500 project. The project is in development, and we plan to showcase the first prototype on Dubai Air Show. This will not be the flying prototype, but it's also not just a model. It's a tech model for engineering, and we also plan soon to launch the first flying prototype into production. Спасибо. My name is Khalfan Al-Naqvi. I'm from Abu Dhabi Media, News Paper Al-Ittihad. I have two questions, please. The first one, what are the key projects carried out by Russian helicopter in the UAE? Добрый день, позвольте представиться. Я из Абу Даби газеты Al-Ittihad, и у меня два вопроса. Первый вопрос, можете, пожалуйста, сказать про текущий статус проектов и партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами? Какой, насколько я понял, это ключевой key project? Yeah. Which are the key projects? Yes. Ну, первый проект – это взаимодействие по вхождению в капитал нашего предприятия VR-технологии, которое занимается разработкой и будущим производством двух летательных аппаратов. Это легкий вертолет VR-500
So the first key project is our interaction on the joint venture to have the VR technologies. This joint venture has to produce two aircrafts. The first one we already mentioned is the VRT-500 helicopter, and VRT-300 is an unmanned aviation system. VRT-300 здесь можно видеть на выставке. Мы представляем нелетной программе. Здесь два образца представлены. Они один в раскраске Почты России, другой в раскраске Авиалесохрана. So regarding this second UAV, the VRT-300, we present this here on this exhibition. You can see there are two prototypes. They're not prototypes, but they're done in full outfit, full colors. First one is for the Russian Post. The second one is for healthcare aviation services. Второй проект, я тоже уже упомянул об этом, это наше совместное предприятие с Аджманом по продвижению российской техники на рынок Ближнего Востока, на первую очередь Объединенных Арабских Эмиратов, Ближнего Востока. Соответственно, как раз первое соглашение по покупке гражданского вертолета, мы 171-2, я уже объявил, подписали сегодня. And the second key project that we have is also our joint venture with Ajman, the purpose of which is to promote Russian aircrafts and helicopters to the market of the Middle Eastern countries and also to the United Arab Emirates specifically. I have already mentioned the first agreement that was signed on shipping first Russian helicopter, which would be Mi-171A2.